Спрос на новые стандартные образцы более высокого качества увеличивается с каждым днем, ведь он обеспечивает точность измерений, надежные данные в рамках научных и технических дисциплин. На сегодняшний день на рынке существует большое количество стандартных образцов, но их производство занимает некоторое время. Эта особенность вызывает задержки во время проведения исследований. И еще один фактор. Существующие стандартные образцы поставляются из разных стран. Из-за оформления документов на таможне, логистики, а также некоторых ограничений, связанных с ввозом ряда химических соединений, могут возникать перебои в поставках стандартных образцов. Создание единой системы стандартных образцов внутри государства позволит решить проблемы с номенклатурой, поставками, использованием, а также обеспечит единую систему, которая подчиняется общим требованиям. Это даст возможность избежать ошибок в процессе исследования, а также упростить работу учреждений, в которых требуются стандартные образцы. В Узбекистане уделяется особое внимание налаживанию процесса производства стандартных образцов. В данный момент ведутся активные работы по внедрению международного стандарта ISO 17034. В данном документе приведены общие требования к производителям стандартных образцов, включая производителей сертифицированных стандартных образцов. В нашу страну ввозят много эталонных образцов. Именно какие из них достоверные, каким из них стоит доверять или нет, чему нужно уделять внимание. Это очень важный момент для наших лабораторий, ведь от этого зависят результаты лабораторных исследований. Узбекский центр аккредитации совместно с Национальным институтом метрологии Турции провели обучение по стандарту ISO 17034. Специалисты двух стран провели практические исследования по обработке стандартных образцов, сделали тесты контроля качества сырья, провели гранулометрические анализы, определили содержание влаги. Все эти процессы считаются необходимыми при подготовке стандартных образцов. Наш институт всегда открыт к совместным проектам. Специалисты из Узбекистана показали свои навыки, они действительно профессионалы в своем деле. Мы знаем, что Узбекистан уделяет особое внимание эталонным стандартам. Мы готовы сотрудничать с ними в этом направлении и готовы на новые проекты. Это, конечно же, принесет благо всем нашим странам. Нужно отметить, что создание надежной инфраструктуры качества может существенно помочь стране в продвижении по пути развития, соответствующему целям устойчивого развития, преодолению связанных с этим проблем и использованию значительных возможностей, открывающихся в результате реализации повестки дня на период до 2030 года. Без строгого внутреннего режима инфраструктуры качества стране будет трудно достичь конкурентоспособности, необходимой в частности для продвижения инклюзивной и устойчивой индустриализации. Производители стандартных образцов по ISO 17034 очень необходимы нашей стране. Все лаборатории, скажем, медицинские, эколого-аналитические, технологические, лаборатории контроля качества, все испытывают необходимость в стандартных образцах. Если мы внедрим эту систему у нас в стране, то не будет необходимости покупать их из-за рубежа за крупную сумму. Например, в сфере аккредитации у нас нет ни одного производителя стандартных образцов. Такая же ситуация и в других центральноазиатских странах. Узбекистан стремится поэтапно внедрить эту систему в сферу стандартизации и всячески стимулировать производителей стандартных образцов. А это не только экономия валюты, но и пополнение реестра отечественных стандартных образцов, а также обеспечение единства и точности измерений. Парчиной Мусалямкызы, специально для CBC из Узбекистана.